сказать... Ради все, давай. Я сейчас на эмоции чуть переполняю. Мы давно шли к этому и хотели все выиграть. Игры чемпионата – это одна история, кубка – это другая. Поэтому сегодня мне сказал тренер, что буду играть. Я готовился серьезно, хотел доказать всем, что матч ЦСКА. Не будем о нем, ты сегодня просто уничтожался. Не будем о нем, я должен поговорить о нем и сказать, что матч ЦСКА был, наверное, не самый лучший в моей жизни. Но один игрок ничего не решает на поле, мы команда. Поэтому тогда мы все провалили матч, и в частности были мои ошибки. Сегодня мы, и я лично доказал, что мы можем выигрывать. И мы завоевали очередной Кубок России, он наш, поэтому всех Локомотив. С первых минут вы грызали, Дим, с первой, но не удавалось забить, при этом уверенность. Я вот видел в ваших глазах уверенность. Ну, честно, тоже в какой-то момент уже в голове сидела уверенность, но мы понимали, что все может быть в игре, поэтому надо было сконцентрированно играть до последнего, что мы и добились. Обещал забить, но, если честно, не важно, я могу говорить что угодно. Главное, я выполнил сегодня всю свою задачу, и мы выиграли. Это самое главное для меня. Ура, с победой! Ха-ха!